зимняя ночь, луна, парковка у торгового центра. В этой романтичной обстановке сотрудники ДПС останавливают одного водителя за другим. Причина простая – рейд нетрезвый водитель. Кафе и закусочных тут много, и иной раз шофер может себе позволить выпить лишнего, а потом и за руль сесть. Таких нарушителей и ловят. В рамках подобных мероприятий останавливается большинство транспортных средств. При этом сотрудники дорожно-патрульной службы оценивают состояние каждого водителя. При отсутствии признаков опьянения водителю незамедлительно разрешается продолжить движение. Этого водителя остановили уже днем. Налицо признаки опьянения. Сам шофер, кстати, не против пройти освидетельствование. Пригласили понятых, принесли алкотестер. Со второго раза водителю удалось правильно подуть в трубочку. Сколько? Ну, говори, слух, сколько? 0,533. 0,533. Видите, понятых? Если нарушение есть, то это статья. Правда, на первый раз только административного кодекса. Но наказание внушительное. Госавтоинспекция напоминает, что в соответствии с административным законодательством за управление транспортным средством в состоянии опьянения водителю грозит штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение права управления транспортными средствами на срок от 1,5 до 2 лет. При повторном нарушении статья административного кодекса заменяется на статью уголовного. То же самое происходит, если водитель откажется повторно пройти освидетельствование. Подобные рейды проводятся регулярно. Валерий Седов, телекомпания «Город».